Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам новую подборочку самых интересных вещей с сайта AliExpress. Ссылочки, как всегда, есть в описании. Ну а среди тех, кто оставит любой комментарий под этим видосом, я разыграю $15 на любой товар с AliExpress. Поехали! В наши дни летающим дроном достаточно трудно кого-либо удивить, однако мало кто устоит перед таким экземпляром в форме яйца. В выключенном состоянии яйца дрон невозможно принять за привычный нашим глазам летательный аппарат. Все выступающие части прячутся внутрь корпуса, и игрушка становится максимально похожа на довольно привычный предмет. Что характерно, во время полета летающего яйца не требуется определять его перед и зад, а благодаря headless режиму дрон летит в направлении стика вне зависимости от текущей ориентации. Vortecon. Это гипнотическая настольная игрушка, которая при вращении создает завораживающую оптическую иллюзию. Кинетическая игрушка представляет собой металлический барабан, на внешнюю часть которого нанесена глубокая линия. Достаточно его просто крутнуть, и линия будет создавать иллюзию так, будто по краю вращается бесконечная спираль. Модный аксессуар для тех, кто не прочь стать центром внимания в темном помещении. Светящиеся в темноте очки питаются от встроенного аккумулятора и могут выдавать различную анимацию на внешней поверхности. На выбор доступны сердечки, салюты и стрелочки, а также целующиеся рыбки или стробоскопическое мигание. Что удивительно, несмотря на то, что свечение занимает всю область обзора, обладатель таких очков сохраняет возможность видеть окружающие предметы. Это усиленный и водонепроницаемый фонарик, обладающий повышенной стойкостью к ударным воздействиям. Является удобным, надежным, а главное практичным осветительным прибором, который в то же время выполнен в интересном дизайне и может стать незаменимым помощником в темных и безлюдных местах. Фонарик имеет три режима свечения и может питаться как от обычных пальчиковых батареек, так и от литий-ионных аккумуляторов. Долой скучные бейджи. Это устройство позволяет вывести нужную информацию более интересным и необычным способом. Цифровой бейджик представляет собой маленький светодиодный экранчик, на котором может отображаться короткий текст или несложная графика. Все программируется через встроенный микро-USB-порт и работает до 12 часов от аккумулятора с емкостью 230 мАч. Продлить время работы можно, установив минимальный уровень яркости. Создать привычную атмосферу и буквально сымитировать настроение клубного отдыха можно с помощью этого компактного устройства. Шар имеет USB-вход, благодаря которому его легко можно подключать в одноименные порты, украсив при этом какой-нибудь праздник сотнями разноцветных огней. Шар автоматически реагирует на все окружающие звуки, благодаря чему анимация выходящего света может меняться в ритме музыки. Теперь проехаться по пицце можно в прямом смысле слова. Этот экземпляр выполнен в виде популярного мотоцикла, вместо переднего колеса у которого расположена весьма острая штучка, позволяющая весело разделять пиццульку на несколько отдельных кусочков. Гигантский теннисный мяч. Внешнее покрытие полностью повторяет оригинальную версию, а диаметр в 24 сантиметра придает игрушке весьма привлекательный вид. Мячик особенно понравится семейству собачьих, так как благодаря своей надувной конструкции шар легко перемещается по поверхности. При этом можно не беспокоиться за сохранность зеленого предмета. Открытая пасть большинства питомцев не превышает диаметр мячика, поэтому прокусить или порвать его на кусочки у них вряд ли получится. Теперь любой может поуправлять болидом многократного чемпиона Формулы-1. Радиоуправляемая копия модельки Льюиса Хэмилтона имеет масштаб 1 к 43, что умещает ее на ладони и дает возможность незаметно перемещаться по полу. Миниатюрный болид передвигается гораздо медленнее оригинала, однако управление им осталось таким же резким. Универсальное, мягкое и многофункциональное напольное покрытие. Коврик-пазл делится на отдельные элементы, каждый из которых может цепляться к другим с помощью замкового соединения. Сами пазлы весьма просто поддаются трансформации, благодаря чему любой элемент можно легко подрезать и воткнуть его даже в самое сложное место. Уникальный гаджет, разработанный специально для людей, испытывающих сложности при работе с куриными яйцами. Это универсальная яйцедавка, с помощью которой можно очень аккуратно разбивать сырые куриные яйца, быстро очищать готовые экземпляры, а также качественно отделять желток от белка. Руки при этом остаются совершенно чистыми, а каждое из этих занятий занимает относительно мало времени. А это одно из самых удобных изобретений, которого порой так сильно не хватает при долгом сидении за рабочим столом. Небольшая копия обычного гамака приподнимает ноги от пола, что делает общую позу более приятной для комфортного отдыха на рабочем месте. В комплекте прилагаются металлические крючки, благодаря которым гамак закрепляется на столешке без использования шурупов.
самый яркий представитель элитного тюнинга для задних стекол автотранспортных средств. Эквалайзер на заднее стекло автомобиля представляет собой простое устройство, позволяющее всем окружающим слышать не только громкую музыку из открытых окон, но также и ее графическое отражение в виде мерцающих частотных полосок. На графике отображаются все децибелы пристрастий владельца, а сам гаджет старается делать это еще и в такт музыке. Повысить безопасность нахождения питомца как в воде, так и на суше поможет подобный удобный жилетик. Цепляется на собак разных форм и размеров и обеспечивает им некоторую поддержку на водной местности. Жилет имеет светоотражающую отделку, что многократно повышает видимость питомца в темное время суток. А также у него есть специальная ручка, чтобы четвероногого друга можно было быстро откуда-нибудь вытащить. Продолжая тему светящихся компьютерных гаджетов, невозможно обойти стороной один из главных компонентов системника. Собственно, сегодня наша копилка пополняется светящимся Карлсоном, вентилятор которого красочно подсвечивается множеством светодиодных точек. При вращении в темноте создается залипательный вид, а общее пространство наполняется определенным оттенком. А эта вещица подойдет тем, кто желает получить не только обычные льдинки, а крутой лед для настоящих бруталов. Чтобы получить ледяные черепа, достаточно наполнить емкость водой и далее действовать по стандартному методу получения льда из воды. Спустя несколько часов можно вытаскивать из морозилки готовые черепки и украшать ими праздничные напитки. На радость всем домашним перфекционистам придумали приспособление, позволяющее добиться максимально ровного складывания одежды. Принцип работы – складывающиеся боковые створки, которые дают возможность добиться практически идеальной симметрии. С его помощью футболки и кофты не только будут идеально сложены, но и в итоге займут гораздо меньшее пространство в шкафу. Технологии фотографирования стремительно становятся все более доступными. Одной из недавних вещей можно выделить небольшой моторизированный штатив. Подобное устройство позволяет закрепить камеру или смартфон на площадке, которая затем плавно поворачивается по или против часовой стрелки, позволяя делать красивые таймлапсы с 360-градусной проводкой. Управление гаджетом осуществляется при помощи дистанционного пульта, позволяющего задавать скорость вращения, направление съемки, а также управлять спуском затвора на расстоянии. Кстати, а как насчет мягкого и удобного бревнышка? Окружающие подумают, что кто-то решил просто отдохнуть на жесткой древесине, однако это просто мягкая и удобная подушка. Кстати, обладателю подобного полена крайне не рекомендуется держать его на кровати, иначе можно легко попасть на шутки про бревна в постели. Еще одна залипательная вещица, представляющая из себя некое подобие спиннера вкупе с двойным маятником и теорией хаоса. Несмотря на то, что зомбическая вещь вращается по всем законам физики, в некоторых моментах создается впечатление прямо-таки об обратном. Возможно, самый прикольный способ развлечения с подобной игрушкой – это держать ее горизонтально и пытаться удержать равновесие. Ставь лайк, если это видео было хоть чуточку интересным, а также оставляй крутецкий коммент для участия в новом конкурсе на любой товар с AliExpress до $15. Условия, как обычно, поставить лайк и оставить любой комментарий под этим видео. Итоги будут опубликованы в группе ВКонтакте. А на этом на сегодня все. Всем удачи и пока-пока!